Добрый день! Меня зовут Дарья Андреевна Востокова. Я работаю в музыкальной школе «Виртуозы». Преподаю эстрадный академический вокал. Я закончила Петрозаводскую государственную консерваторию. В консерваторские годы я работала в Карельском музыкальном театре, сотрудничала со многими оркестрами, ансамблями города Петрозаводска, вела активную концертную деятельность. Имею несколько сольных литературно-музыкальных программ композиций на разную тематику, с которыми регулярно выступаю. Считаю самым главным для педагога-вокалиста постоянное саморазвитие, так как законы и тенденции в мире музыки регулярно меняются. Думаю, что академическая постановка голоса по праву считается самой универсальной, так как именно пение на широком дыхании, лежащее в основе академической постановки голоса, раскрывает не только диапазон, но и дает широкий спектр возможностей развития голоса. Если вы давно мечтаете петь, то хватит сидеть, приходите к нам. Рада буду поделиться своим опытом и знаниями. Всех жду в свой класс.